Как увеличить продажи в картинговом центре? Как создать большую клиентскую базу? Как увеличить прибыль компании? Об всем об этом вы сейчас узнаете буквально за короткое время в кейсе компании Cartex. Город Челябинск, картинговый центр Cartex уже работает, имеет свою клиентскую базу. Компания уже неоднократно показывала своим профессионализмом, устраивая различные конкурсы, чемпионаты в городе Челябинске. Открывала новые площадки на центральном стадионе и в других местах. Но при этом у компании существует свой профессиональный картинговый центр. У компании существует своя школа, автошкола. У компании существуют на сегодняшний день постоянные клиенты. Но это не то, что компания хотела в итоге. Что, к чему же компания пришла? Она искала варианты, возможности, как можно развивать и увеличивать свой бизнес. И когда мы познакомились с компанией Cartex, с Максимом и с Павлом, то встал конкретный вопрос. Какие слабые места на сегодняшний день вы получаете? Какие сильные стороны вы бы хотели развивать и масштабировать? И о чем мы договорились? Вот прямо на слайде вы видите. Работа со скидками. То есть на тот момент, когда компания пришла, были сплошные скидки. И это была сплошная недополученная прибыль. При этом клиент мог получить скидку здесь сейчас и больше не вернуться в эту компанию. Также не было информирования клиентов, не было возможности донести до всех покупателей о том, что у них проходят какие-то соревнования, какие-то чемпионаты, появляется какая-то новая техника, либо появляется свободное время, когда можно прийти и покататься. Понимаете? Отсутствовала система информирования. Также нет системного ведения клиентской базы. При этом очень хотелось создать систему вознаграждения за рекомендацию покупателей. В итоге, а какие задачи мы поставили? Наша задача была это, в первую очередь, создать переход со скидки на бонусную программу. Сделать так, чтобы компания зарабатывала больше денег, чтобы она не отпускала клиента, чтобы она клиенту создавала более выгодные условия. И самая главная цель – сделать так, чтобы клиент приходил, получал услугу и еще сверху получал больше того, чем он ожидал. И об этом как раз я вам сегодня расскажу. Также создание автоматизированной программы лояльности. Автоматизированной. При этом получение оперативной обратной связи от клиентов, привлечение клиентов по рекомендациям. Ну и естественно, мы столкнулись с определенной сложностью. У компании была своя сложная система связки 1С. Туда добавили Bittrex. И в итоге сегодня нужно было еще и добавлять UDS. Мы подключили специалистов, которые нам за месяц создали интеграцию, соединили все эти три программы в единую, сделали нужные связки, и вся система начала работать. Что мы запустили? В первую очередь мы создали такую систему, когда клиент получает электронную бонусную карту, и 200 подарочных бонусов ему начисляются на баланс. И он уже в этот момент может пойти и сделать несколько заездов совершенно бесплатно, потестить, поиграть, попробовать, насколько классно, и получить удовольствие кататься на картингах. В итоге, дальше. Три уровня бонусной программы. Кэшбэк от 5 до 10%. Сделали так, что когда клиент присоединялся, у него был статус пилот. 5% с каждой покупки ему возвращалось бонусами. И он понимал, что если он будет приходить чаще, либо тратить больше денег, то в дальнейшем у него будет и 7, и 10% кэшбэк с его покупок. Таким образом, каждый следующий заезд ему будет более выгоден. То есть он будет платить меньше денег и получать те же самые услуги. И также списание до 30% от чека. Компания поняла, что очень важно контролировать качество работы с бонусами. И сделали ограничение 30%. Но при этом это гибкие настройки, их можно менять. В какой-то момент сделать 50%, потом сделать 100%, потом сделать обратно 30%. И также создали рекомендательный маркетинг до 7% покупок друзей и знакомых. То есть я рассказал своему знакомому о том, что я сегодня покатался, либо я написал пост в соцсетях и поделился своей личной реферальной ссылкой. Соответственно, если мои знакомые скачали эту электронную бонусную карту и стали клиентами компании Cartex, то с их покупок компания начинает мне начислять 5%, а с покупок знакомых-знакомых еще 2%. Подарок. И вот эта система начала работать. Что мы начали делать? Для получения, в первую очередь, мы создали трехуровневую бонусную программу от пилота до профессионала. Также разместили печатную продукцию в
торговых точках, создали видеоролик, который работал на ресепшене, когда клиент приходил, сделал заказ, одевал форму, мерил шлем и так далее. Но в этот момент крутился ролик, который рассказывал о выгодах программы лояльности. Клиенту было интересно, говорит, а что это за бонусы? Дай-ка я себе возьму такую электронную бонусную карту. И проходило, в этот момент проходила оцифровка клиентской базы. И любые нужные рекламные материалы работают на оповещение покупателей о выгодах, о преимуществах, о бонусах, о подарках. Дальше сделана интеграция, как я уже сказал, 1С, Bittrex и UDS. Также проведено обучение персонала. Это тоже очень ключевой фактор, когда мы правильно объяснили сотрудникам, что нужно делать, как нужно делать, какие скрипты говорить покупателю, как работать с возражениями, как переводить клиента с недовольного в позитив. И это очень важный блок. Более того, с сотрудниками мы выстраиваем индивидуальные чаты, где позволяем им в любой момент задать вопрос и получить тут же ответ. Таким образом, сотрудник не стрессует и начинает выполнять правильные задачи. Соответственно, поднимается конверсия в те действия, которые мы, планы поставили, по которым мы хотим от сотрудника получить результат. Еженедельная работа с клиентской базой через пуш-уведомления. У нас появилась возможность не только собирать, оцифровывать клиентскую базу, но информировать ее постоянно. Что это дает? Это дает возможность получения большего количества сделок. Потому что раньше нужно было тратить деньги, отправлять смс-ки, тратить деньги на трафик, на рекламу. Сегодня мы, сформировав свою клиентскую базу, совершенно бесплатно отправляем до 2 пуш-уведомлений в неделю по всей клиентской базе. Каждый человек получает себе в телефон такое сообщение, и он, соответственно, может тут же сделать коммуникацию, там, написать сообщение, позвонить, записаться, что угодно. Понимаете? При этом очень важный момент был вовлеченность руководства на регулярные отчеты и оперативная консультация. То есть наша задача была показать руководству, что это их бизнес. Более того, когда мы как специалисты на протяжении 3 месяцев поставили все на рельсы и запустили эту работу, в дальнейшем мы можем отойти в сторону, и руководство должно знать, что контролировать, зачем, на что можно надавить, как можно сделать более эффективно, как можно сделать, поднять прибыль, например, да, либо увеличить средний чек, какие действия. И для этого как раз мы в течение периода 3 месяцев активно работали с компанией. И в итоге к какому результату мы пришли? Смотрите. Сотрудничество с начала января 2019 года. То есть, по сути, 2019, 2020, 2021 год. 3 года работала компания, активно используя этот инструмент. И на сегодняшний день компания отказалась от любых рекламных интеграций. Компания говорит, я не готова тратить больше денег впустую. Почему? Потому что UDS сегодня дает контролируемость качества работы с персоналом, с покупателями. Покупатели приводят своих новых покупателей. О чем говорят цифры? Более 60% клиентов приобрели абонемент на услугу. То есть они не просто скачали приложение, они пришли и сделали покупку, покатались на картингах, праздновали свой день рождения, корпоратив и так далее. По рекомендациям получено 958 клиентов, из которых 447 клиентов приобрели абонемент на услугу. Выручка составила более 600 тысяч рублей. Понимаете? То есть это очень важные цифры, которые говорят о том, что мы начали более эффективно вкладывать в развитие компании. Мы тратим меньше, получаем больше. При переходе с скидки на бонусы компания получила более 1 400 000 экономии за 2 года. Знаете, то есть 700 тысяч рублей в год, в первый год и во второй год примерно получилось одинаковые цифры. Компания сэкономила просто на переходе со скидки на бонусную программу. Почему? Потому что клиенты раньше просто получали скидку, им было это приятно в моменте. Сейчас они заплатили деньги, им начислились бонусы. То есть, по сути, эта же скидка им была отдана в виде бонусов. Понимаете? И клиент мог этим воспользоваться через месяц, через 3, через 5, через 10. Но здесь, в этот момент, Картекс сделал очень хитрый такой момент, ход. Они сделали ограничение бонусных баллов на 3 месяца. То есть, если клиент в течение 3 месяцев больше не вернется, то эти бонусы просто сгорят. Понимаете? И, то есть, как это фитнес делается? То есть, клиент купил абонемент, там, например, на полгода, да? То есть, отходил, например, там, 3 раза всего. При этом полгода закончились, абонемент закончился. Вот примерно такой же подход, но только это все автоматизировано. Не нужно администратору все контролировать. Сама программа все сделает за вас. Более того, программа будет напоминать клиенту о том, что у него заканчиваются бонусы. Приходи к нам, трать их. Закажи себе, покатайся,
получи удовольствие. Также через приложение UDS получен 581 клиент, из которых 267 сделали хотя бы одну покупку с выручкой более 200 там, с лишним тысяч рублей. Понимаете? Расходы на приобретение лицензии UDS окупились первые 3 месяца. Это очень важный момент. Да, то есть, и суммарно на сегодняшний день компания сэкономила 2 миллиона 810 тысяч рублей. Получила дополнительно, то есть выгода составила от использования UDS для своего бизнеса 2 миллиона 810 тысяч за 3 года. Это очень существенная сумма. И если еще раз говорю, вы хотите узнать, сколько изначально компания инвестировала, вы будете колоссально приятно удивлены. Что для этого нужно сделать? Обратиться по номеру телефона, который указан прямо здесь, записаться лучше всего в WhatsApp, написать мне сообщение, нужна консультация. И мы вместе с вами сядем и по вашему бизнесу создадим концепцию, стратегию маркетинга. Я вам покажу, как можно превратить большие расходы в меньшие расходы, как можно сэкономить, как можно заработать больше, как можно сделать клиента долгосрочным, чтобы он ходил к вам не один раз, а много раз. И при этом вы будете получать больше с одного и того же клиента. Обращайтесь, кому это интересно. Самое главное, успевайте сделать это вовремя. Потому что сегодня наступает время диджитал формата. И уже многие компании переходят на цифровое стратегическое развитие. С вами был Денис Силовиков. Я консультант и сопровождаю компании в маркетинге. Помогаем сделать свой бизнес более успешно за короткий период времени. Хороших продаж! И вам развитие.